Блокировка YouTube. Вот заблокируют YouTube, и мне придется снова устроиться на завод. Хотя я и так работаю на заводе. Получается, переиграл блокировку. Вот. А если серьезно, то YouTube для меня самая лучшая площадка для трансляции моих видео. Видеохостинга и тому подобное. Вот. Я и дальше планирую выкладывать там видео. Ну и буду это делать. Пока это возможно, пока это в рамках закона. Ну и все в этом духе. Так что ждите новые видео. Сейчас будет небольшой анонс про них.